чтобы народ доверял этому правительству. Это самая главная задача, которую мы перед собой ставим. Соответственно, должно быть все прозрачно. Те данные, которые мы будем открывать, они должны приносить пользу всем. И правительству, и бизнесу, и индивиду. Но в нашей стране мы ставим очень важную задачу, что в такой глобальной цифровизации индивидуальные данные человека должны быть защищены максимально. Напомним, глава Государственной регистрационной службы Дастан Догоев и премьер-министр Сапар Исаков ранее не раз заявляли, что реализация умного города начнется в начале января. Однако ни в ГРС, ни в правительстве до сих пор не могут назвать точную дату установки камер. Зато с точностью и уверенностью Исаков заявляет, что в скором времени отправит кыргызстанских милиционеров учиться в Дубай. Пока изучается опыт развитых стран в этом направлении, в Бишкеке растет число ДТП, правонарушений, коррупционных фактов и других преступлений. Ну, я думаю, Исаков уже за свою карьеру везде поездил, сравнил все. У него есть анализ определенный, как мы должны и куда двигаться. Вот эти лишние поездки, мне кажется, бесполезно. Конечно, я думаю, внутри страны можно было бы уже что-то на эти деньги, то, что тратится, уже начать что-то делать. На каких-то элементарных вещах, вот на коррупции, получается, даже вот нашумевшие репортажи были в институтах и так далее. Нужно, зачем распыляться, точечно бы хотелось. Начать с простого, оставить все амбиции и, наконец, действовать. Вот главная задача правительства. А мечтать о светлом будущем народ и сам умеет. Я в пятницу пришла, у меня 9 числа срок был получить справку эту. Вот толпа всегда стоит, вот отсюда с одной двери выдают, толпятся, друг друга давят, не смотрят. Дети, женщины, вообще, можно же было как-то облегчить эту ситуацию. Жил орган дештеген, буларды кантип айтамын. Чок. Көчө советтерди да мактап атат. Анан туура эмес. Главное управление информационных технологий. Здесь каждый день в очередях толпятся свыше 500 граждан. Приходят за справкой о несудимости. Как мы видим, работает только два отдела, в котором по одному специалисту. Так ли должно выглядеть главное управление? Доводы и жалобы вынужденных часами ожидать граждан уместны. Так вот, цифровые технологии должны начинаться именно в сфере обслуживания населения. Однодневные 230 сомов, трехдневные 3 рабочего дня 180 сомов и без оплаты. 10 рабочих дней. Очередь много, но половина там бесплатная, где-то штук 500-600 бесплатных. О каких электронных новшествах и веке технологий говорят инициаторы умного города, когда по сей день в ведомствах царит бюрократия и нерасторопный менталитет? Стратегии развития в виде различных проектов написано немало. Не зря, возможно, глава правительства окружен аж 10 советниками. Однако авторы, прежде чем создать очередной проект о прекрасном будущем, больше напоминающий отрывок из фантастического фильма, должны вспомнить о реалиях и возможностях нашего государства. Вернемся к событиям буквально двухнедельной давности, когда работа столичной ТЭЦ вышла из строя. Ни энергетики, ни Кабмин оказались не в силах оперативно решить проблему. Десяток советников набирают, которые научились строчить стратегии красивые и преподносят это людям для того, чтобы показать, что это правительство прогрессивное, такое направленное на то, чтобы Кыргызстан превратился во вторую Швейцарию. Мы это уже проходили. Мне кажется, Сапар Исаков не совсем понимает свою главную функцию. Она не заключается в том, чтобы пиарить в других странах Кыргызскую республику, хотя это тоже, но это не является приоритетом. Поездка премьер-министра в Объединенные Арабские Эмираты сопровождалась подписанием многих важных двусторонних документов. В Дубае Сапар Исаков затронул и реализацию программы «Тазаком», уверив, что уже видны результаты и в скором времени запускается цифровизация всего Кыргызстана. В свою очередь, эксперты вспоминают подобные инициативы предшественников нынешнего Кабмина, которые идеологически конца доведены не были. И, скорее всего, такая же судьба ждет и умный город, Тазаком, Жаңы-Дорго, Кыркадам и другие, если при Исакове их не реализуют. Правительство, оно не должно давать нереализуемых обещаний. Оно должно научиться говорить правду. Это самое основное. Мы сейчас находимся на самом низком уровне по пенсиям, по зарплатам. Мы на очень высоких позициях по отношению к коррупции. А вот такие стратегии, мы таких стратегий видели 20-30. Вот если вы помните, в 1995 году было комплекс основного развития.
И вот эти же пункты, которые сейчас Саппар Исаков говорит, были в этих документах и прописаны. Любая программа не будет реализована, если со стороны населения не будет поддержки. Однако как поддерживать власть, если каждый проект разваливается, как карточный домик, не успев начаться? Примеров много. Лиглас, продажа Мегакома, мошеннические соглашения с месторождениями подрывают доверие в отношении нынешнего правительства. А Тазаком – это пиар-продукт, и он не будет иметь долгосрочного эффекта для жителей Кыргызстана – резюмировал эксперт. Элиза Балбакова, Эрмек Раимбеков, Нью-ТВ.